В Российском университете дружбы народов прошел 8-й день Китая, посвященный 68-й годовщине образования Китайской Народной Республики. Каждый раз из нашего посольства приедут какие-то важные люди. Например, в прошлом году был посол, в этот раз будет первый, второй секретарь. Чтобы пропагандировать китайскую культуру, чтобы способствовать дружбе между молодежами России и Китая. Китайский язык пользуется большой популярностью в РДН. Только на факультете гуманитарных и социальных наук его изучают около 300 человек. Ежегодно около 50 российских студентов выезжают на стажировки в КНР. Действуют 4 программы совместной магистратуры с Шандунским университетом и 1 программа с Пекинским университетом иностранных языков. Дружбы создаются и развиваются в процессе взаимном уважении, и мы имеем поводу уверить, что дружбы между нами обязательно стать глубоким и глубоким. Все зависит, как мы сделаем. Землячество студентов РУДН из Китая – одно из самых крупных в университете. В этом году оно станет еще больше. Около 170 студентов из Китая поступило в университет. Среди традиционных мероприятий – выставки, ярмарки, конференции, концерты. День КНР в РУДН – одно из наиболее масштабных событий, организуемых студентами из Китая. Мы очень хорошо воспользоваться этим. Мы здесь можем познакомиться с разной культурой. И много того мы можем изучать. Пожелаю успехов всем участникам этого мероприятия. И желаю, все будет успешно в дальнейшем мероприятии. Телевидение РУДН. Новости.